Привет, друзья! Всем привет! Сегодня будут опять образы, несколько образов. Сколько их будет, я не знаю. Потому что вот тебе кажется, ты уверен, что тысячи и миллион образов ты можешь сложить. Но когда ты начинаешь вот это все складывать, у тебя почему-то начинаются какие-то сомнения. А ты думаешь, да ну, это не может так сочетаться. Или наоборот, фу, это как-то слишком просто. А слишком просто не очень хочется. Потому что на улице весна, солнышко светит. Ты как бы после зимы снова возродился. И тебе хочется чего-то необычного, чего-то такого броского, яркого, мимишного. Ну, в общем, приятного вам просмотра, друзья. Буду показывать вам то, что я пыталась сложить. Конечно же, жду ваших комментариев, жду ваших мнений, что с чем, что не с чем, что куда и что никуда. И первый образ, который я вот сейчас одеваю, постоянно, несколько последних дней хожу, это вот такой. Серое пальто мое любимое, сумка. Одела синий ремешок, потому что хожу я сейчас в конверсах белых, кедах. Там немножечко синего есть в этих кедах. И очень как-то хорошо гармонирует. Такая сумка. Синее платье. Блин, опять забыла, как называется. Скини. И серые скини из последних покупок. Встану на подиум. Вот так, друзья. Как вам серые скини? Вот такой достаточно простой, но платье очень комфортное, и мне как-то очень комфортно. Что вы скажете? Жду комментариев. Следующий образ летний. Мне очень захотелось, у нас, правда, еще не так жарко, конечно, но мне очень захотелось показать вам этот образ, вот как-то летний образ. Платье на мне, которое я купила в прошлом году. Не знамо зачем, не знамо для чего, для какого-то многослойности какого-то образа. Ни разу не одевала, показывала его вам в расслаблении, в последнем. Но когда я стала думать, что к чему, с чем, как, потому что мне очень нравится вот это комбинировать, смотреть, вам показывать. И я подумала, почему бы и нет, не попробовать вот с этим, с этой жилеткой, с этой накидкой. И мне очень понравилось. С белыми моими конверсами. Бижутерию я не смогла ничего придумать. Из всего, что у меня есть, ну, как-то ничего не вяжется с этим. И я одела бабочку. Вот простая, простая бабочка, брошечка. Я одела ее. Что вы скажете по поводу брошечки и вообще вот этого образа. Следующий образ, друзья. Немножечко сделаю вот так. Следующий образ, друзья. Вы его видели не то, что образ, а видели то, что на мне сейчас, вот этот комплект видели в последних покупках. Но сейчас для этого видео я одела бижутерию, вот такое украшение, и часики. Покажу вам сейчас, как вот это выглядит в этом образе. Прошу извинить, мой прошлый подиум неожиданно сломался. Поэтому будет немножко другой подиум.
Ну, надеюсь, что будет хорошо видно. Что вы скажете, друзья, по поводу этой сумки? Мне кажется, что очень хорошо. Ну а как вы считаете? И покажу вам, друзья, как я сделала немножко по-другому эту кофточку, которую вы помните в последних покупках. Я немножечко ее переделала. И теперь она, конечно, можно ее так одевать. Извините, там зеркало, я все время туда смотрю. Можно ее так одевать, но вот я ее сделала, что ее можно теперь вот так. И вот с этим образом мне хочется показать вам еще одну накидку. Мне кажется, что будет неплохо, но вот как ваше мнение? И опять-таки те же аксессуары. Та же сумочка. Как вы думаете, друзья? Как вам? Следующий образ, друзья. Посмотрите, пожалуйста, в том, в чем я хочу ходить сейчас. Возможно, комбинировать что-то вот здесь. Сейчас я вам просто покажу то, что я сложила вместе. Это пальто, которое вы уже видели. Пальто. Коричневые леггинсы. Даже не леггинсы. Ну, вот что-то такое очень узенькое. И под пальто просто маечка. Вот такая маечка. Ничего, в принципе, особенного. Можно, возможно, с этим одеть жилетку. Вот так, например. Хотя так, я не знаю, не совсем уверена, если честно. Не уверена по поводу этой маечки. Что вы скажете, друзья? Что-то мне в этом образе майка, что ли, мне не нравится. Не знаю. Может быть, что-то однотонное. Что вы скажете, друзья? Следующий образ, друзья, абсолютно простой, каждодневный, но все-таки я решила вам его показать. Жилетка, моя жилетка коричневая, платье, платье-тельняшка, которая в последнем расслаблении тоже была. Брючки коричневые, темно-темно-коричневые узенькие брючки, совсем узенькие. Балетки бежевые. И две сумки. Не знаю, правда, какую из них. Но вот как-то вот как-то так. Ну вот, друзья, посмотрите. Это вот такая сумка. Бежевые балетки. Коричневые брючки. Либо вот такая сумка. Модель. Что вы скажете? Ну, как-то опять-таки образ очень простой. Сюда что-то одеть, я так и не знаю, что и надо ли. Одела часики черные, простые черные часики свои. Ну вот не знаю, как-то... Что вы скажете, друзья? Опять-таки, как-то я... Что-то мне хочется такого вот вау. Вот просто вау. Но почему-то у меня не получается складывать такой вал, чтобы я шла и такая была нос кверху, такая гордая вся сама собой.
Ваше мнение. Следующий образ, друзья. Те же коричневые брючки. Вот такой свитерочек, мой любимый. Он мне очень нравится. Качество. Комбинированный. Одела такие бусики. Черные часы. И вот это вот пальто. Сначала покажу вам, как это будет. Вот так выглядит. И с этим пальто, как вы считаете, вот так. И, наверное, вот эта сумка. Посмотрите, пожалуйста. Все-таки, что будет лучше? И вообще, как вам этот образ? Здесь такое немножечко бежевое. Здесь с коричневым, мне кажется, хорошо сочетается. И последний образ, друзья, на сегодня. Это вот так. Серые брючки. Узенькие здесь пуговки сбоку. Бежевые балетки. Даже эти брючки такие серо-бежевые. Сумка, платье, шарфик, пальто. Брючки узенькие, очень комфортные. Ну вот так. И сумка. Вот так, друзья. И вот так. Что вы скажете? Посмотрите, пожалуйста. Ну вот, друзья, я получила удовольствие на самом деле, снимая для вас и для себя этот ролик. Мозг, конечно, у меня очередной раз сломался. Хорошо это или плохо, сочетаемо, несочетаемо. И, конечно же, я жду ваших комментариев, я жду ваших мыслей по поводу всего этого безобразия. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Пока-пока. Пока.